Так, братюнь, ну, следующего гостя представлю, наверное, как самого рыжего. Как самого жадного, до титулов по всем весовым категориям. Следующий гость у нас с Владиславом Осиповым для разбора Human Design – это Сауль Канело Альварес. Владислав, привет! Приветствую! Рассказывай, что бросается в глаза, чем Альварес выдается непосредственно внутренним своим нутром? Ну, если сравнивать с остальными спортсменами, как бы то, что определены нижние центры, в принципе, говорит об устойчивости на материальном плане. Что типично должно быть для людей, которые бьют по мордам. Но отличие в том, что он, во-первых, моложе всех остальных, а все его ровесники, у них тенденция такая, чтобы быть звездой. I don't want to show you these for... Не хочет no. показывать, что вы все офигели. А хочет показать, чтобы каждый motivated... замотивировался. То есть, вот там, как-то творчески самовыражаться. Душа просит, да, какого-то вдохновения, как-то себя показать, там, в Инстаграме блеснуть классными фотками, новыми очками или там брендами какими-то. То есть, в отличие, те ребята были такие поспокойней, а этому... Этот любит, видимо... Пыль в глаза? Ну да, показать себя. Причем совершенно в разных образах. Если да. центр открыт по этим расчетам, то часто меняет свои амплуа. Потом он отличается тем, что у него трансперсональный профиль. Все остальные бойцы были такие, знаешь... Персональные профили – это люди, которые здесь пришли для себя. Вот я там что-то пойму в этой жизни и умру молодцом. И, в общем, моя задача выполнена. Но люди с трансперсональным профилем, там, 5-1, 6-2, вот у него 6-2, скорее всего. Ну да, тут он не меняется в течение дня. У него задача не в том, чтобы себя реализовать. Эти люди как будто бы в прошлых жизнях себя уже где-то реализовали, им это уже неинтересно. Эти профили пришли, чтобы помогать другим реализоваться. И его успех будет зависеть от того, скольким людям он смог их как бы взрастить, смог их привести к успеху и что-то им дать. Вот, это его выделяет. И у него тут может быть такая тенденция учить других, быть примером для других. Наставником. Да. Ментором, наставником. Но есть такая, раскрывается в нем эта штука. Любит он показать, как нужно делать. Под свою опеку они берут тоже как бы бойцов. У них, знаешь, такая тема, тренер у него Эдди Рейнос, один из лучших. Они, собственно, смотрят все поединки и там, конечно, по национальному признаку мексиканцев подтягивают. То есть, если там кто-то даже проиграл, он говорит, я тебя буду тренировать, ты будешь выигрывать. И так вот они Энди Руиса там подогнали, то есть они там собирают такую команду, и вот Альварес даже средний вес показывает там супертяжу, как что ему делать, внимательно тот смотрит, знаешь, как мальчик стоит, очень со стороны как бы смешно смотрится, понятно, что техника к размеру никак не играет никакой роли, но просто когда такой лоб смотрит, как маленький, показывает ему, и по факту этот маленький мешок окучивает мощнее, чем большой, потому что техника значительно лучше. Вот это, конечно, интересная история. То есть, ну да, он показывает, рассказывает. Есть такая история. Он прирожденный наставник. Это вот 52 в земле. То есть эти люди архетип отца. Отца. Но движет... Батя. Да, батя. Но движет им
Ничто иное, как жадность, скорее всего, вот эта, которая в Марсе 27.3. То есть хочу больше, больше, больше денег. И вот движимый вот этим качеством он будет делать все, что угодно, все, что прокормит его на долгие века вперед. Зачем столько денег людям? А вот, вот тут, знаешь, неразумное качество. То есть, во-первых, все качества, которые растут из моторов, из сакрала, они неосознанные. Это чистый инстинкт сохранения. Вот, вот канал сохранения, где 27-е ворота жадности. Они как бы жадности, я их называю, ну, проще, да? Это ворота вскармливания, заботы, там, накормить себя, накормить других. Но именно позиция, как у него, это чрезмерная. То есть тебе столько не надо, куда ты столько жрешь, куда ты столько гробастаешь денег. Тебе в этой жизни все не перетратить. Вот. А эта тенденция еще как в золотой антилопе. Мне нужно больше золота, глупое животное. Just payday, payday. You want payday? I know that. Золота много не бывает. Так. И ну, вот очень похоже на него. Шестерки в профиле и в лунных узлах говорят о некой недоступности. То есть люди с такими композициями, шестые линии в лунных узлах, это, знаешь, как будто я немножко не от мира сего. То есть или человек сверхматериалистичен, или этот человек занимается чем-то запредельно трансцендентальным. То есть или он там в космосе летает своей душой там, в медитациях, или он настолько погружен в материю, что ну, как будто Бога не видит и продал душу дьяволу, вот типа того. Вот это крайность чистых линий. То есть, как бы, типа, ну, либо там, либо здесь. Ну, бывает. Либо... Такое, вот эти крайности в них есть, конечно, баланс возможен. Но тут просто я же его не знаю. Скорее, его близкие скажут, как у него. Не, ну, чувак, который, знаешь, как бы за деньгами гоняется, да, там, любит он и пыль в глаза пустить, ну, то есть, как бы, знаешь, я думаю, если ты в космосе, то тебе на пыль, которую ты там в Инстаграме транслируешь, абсолютно до нее дела нет. Тебе все равно в чем ты одет, там, одет. Но он, а тут человек очень важен. Про веру, про Бога, про то, что надо там, не знаю, что. Нет, он не задвигает. То есть, в отличие от Тайсона Фьюри и Александра Усика, он не задвигает. Про веру, про Бога, те задвигают. Ну вот, значит, бабки здесь в глазах, и все, и поперли. Дворцы, замки, вот у него среда для комфортного окружения, где ему жить, это, вот, знаешь, в уединении с полным холодильником, с запасами на 1000 лет вперед и где-нибудь в недоступном месте там, на склоне какой-нибудь горы замок себе построить и там жить. Вот это его, короче, где ему по душе будет. Ну, мне тоже там был по душе, я тебе честно скажу. Ну, хорошо. Мало кто отказался от полного холодильника и замка на горе. Так, что еще хорошего? Ничего хорошего. Так, хорошего ничего, но вот плохого много. Ну, вообще он умный очень. У него вообще успех такой социальный. Это вот обдумывать планы свои, что-то изучать, собирать по крупицам детали каких-то событий, там, знаешь, обращать внимание на какие-то мелочи. Там. А это чем обусловлено, это его ум? Откуда это вытекает? Ну вот это Солнце, Земля, 61-е, 62-е. То есть я собираю 1000 деталей там, для того, чтобы что-то изучить, разобраться и стать в этом супермастером-профессионалом. То есть детальный подход такой. Хочу узнать все, что мне поможет. Понятно. Слушай, шестерка, как бы это уже такой, как бы уровень прям. Уровень личности. Запредельный, да, уровень. Ну и здесь они в социальных планетах те же самые качества дублируются. 62. А, то есть это внимание к мелочам очень сильное. Детальное изучение и вот спланированность четкая. Не знаю, как он этим используется, вот это свое ментальное давление все знать. Может прознать все про всех, у кого какой размер трусов, чтобы как-то это использовать в своих
целях. Ну, если посмотреть на то, что похоже там с кем-то по аналогии, вот это качество 34, дикий темп. Дикий темп, в котором я, вот если я чего-то хочу, то я там перегружу свою систему эмоциональную, там переусердствую, буду там да, по ночам фигачить, но добьюсь того, чего хочу. Вот у него такая страсть, дикая страсть присутствует. Мы это уже озвучивали. Головкина, по-моему. Сейчас, кого там, кто там был? Головкин, по-моему, нету? Не, раньше. Раньше кого разбирали. Фьюри был. Не тот. Усик. Ломаченко. Ломаченко, вот у него такая же тема. То есть бешеный ритм может включить. И вот что еще выделяет, 38-е ворота все-таки это архетипические ворота воина. Когда мы говорили про Геннадия Геннадьевича, да, 34-е это сила, сила и мощь, но это не воин, это, знаешь, такой больше Джеймс Бонд, который все-таки Джеймс Бонд, он тоже воин, но немножко по-другому. А именно вот 38-е ворота воина, они через упорство преодолевают. Эти через грубую силу, а это через упорство. То есть я все равно сделаю по-своему, все равно сделаю вопреки. Я буду бороться и драться за свою цель. Вот, у него они такие, ну, много у него их. Три штуки, раз, два, три. То есть упертый товарищ. Очень упертый. Вот, в принципе, это его основные отличия такие от других товарищей, что выделяет. Угу. Я понял. Ну, такой, как бы, как личность достаточно сильный получается, жадный при этом, хочет непосредственно больше, чем сможет унести, и весьма и весьма талантливый. При этом есть определенное упорство, которое перерастает в волю к победе, я так понимаю. Вот, это, вот он чистый воин, или кто Джеймс Бонд, кто воин, я не понял. Еще раз. Маэстро. Джеймс Бонд — это Геннадий Геннадьевич. Угу. А этот воин, но нет полного канала борьбы. То есть у нас там были вот товарищи, да, у которых интуитивная такая черта — победа любой ценой. Риск. Вот он... У него нету вот этого качества, отвечающего за риск во врожденной карте. А есть упорство. Они друг друга взаимодополняют. Но мы еще ни одного боксера не встречали, у которого есть полный канал борьбы. То есть все-таки борьба здесь не самый ключевой момент в боксе, судя по статистике. Тут больше выносливость и техника решает, нежели какое-то тупое упрямство, как у козерога, знаешь, вот все, уперся, и все, и я вот это самое. Ну, больше... понятно, бокс — это думающие шахматы, это такой вид спорта, где надо и технику показывать, и скорость, и мысль, тут как бы упереться мало, а если ты упрешься, тебя разобьют на два счета. Слушай, ну, такой нетипичный боксер или типичный боксер, как скажешь? Ну, судя по центрам, да, если смотреть вот то, что все внизу, устойчивость, выносливость, как бы, это да. А то, что он, ну, он родился в своем поколении, хочет быть звездой Инстаграма или в фильме сняться, я не знаю, где еще, это как бы просто след времени. А вот то, что он такой умный и детальный подход, то есть он может быть тренером боксеров. У него больше такой, как бы, над системой немножко есть потенциал выбраться. Не просто быть на ринге, а что-то больше. Понятно. Я тебя услышал. Спасибо тебе огромное. Очень любопытно. Вот такой вот у нас Сауль Альварес перед нами предстал. Владислав Осипов нам все расшифровал. Если есть интерес связаться, пообщаться, в описании будет ссылочка, как это можно будет сделать. Тебе огромное спасибо и до новых встреч. Счастливо.